Здравствуйте, уважаемые подписчики. Посмотрите, в городской черте уже в начале мая цветет будра плющевидная. Это вот такое покровно стелющее растение семейства губоцветных. Листья, посмотрите, такие округлые, округлопочковидные. В народной медицине будра плющевидная считается отхаркивающим, желудочным, мочегонным, желчегонным, противовоспалительным и болеутоляющим средством. Однако принимать его следует с осторожностью, поскольку считается, что растение ядовитое. Посмотрите, на фоне желтой сурепки эти синенькие цветочки очень оригинально смотрятся. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.